Простите, мадам. Мсье Крюшо, у вас что-нибудь случилось? Ваш муж? Ага. Не ваш муж. Как? Ваш муж вовсе не ваш муж. Что вы говорите? Это существо из другой галактики, только с немым лицом. Вы сегодня температуру не мерили? У вас есть рюмка? Рюмка? Рюмка. Для чего? Для этого. Ох, конечно. Быстро. Вы это выпьете? Не я, а ваш так называемый муж. И кроме того, он нечувствительный к боли и внутри пустой. Пустой. Антуан, к тебе месье Крюшо. Крюшо? Что случилось? Вот, выпейте, господин лейтенант. А что это такое? Да вы выпейте, а там узнаете. Поместятель Крюшо! Я ничего не понимаю, господин лейтенант. Вас двое, но тот пустой, и он с удовольствием пьет машинное масло. Антон, я боюсь. Значит, он из летающей тарелки. Они уже высадились, и один приходил ко мне, он с вашим...